Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Hof Fair Can You Ragdoll. Для этого переходим на мой личный сайт. Также ссылочка на него, как всегда, будет в описании. А перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, зайдите хотя бы на одну из реклам на сайте. А далее на самом рекламном сайте вы будете около 10-15 секунд и, в принципе, можете выходить. А дальше заходим во вкладку Exploits, если у вас нет никакого чита, и скачиваем любой понравившийся чит, либо старый, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Star. А дальше пишем в поиске название этого режима, нажимаем поиск. И есть, получается, два скрипта. Сегодня буду показывать первый по счету скрипт. Нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется сам скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Дальше заходим в игру. Открываем чит. Вставляем скрипт в сам чит. А далее в настройках ставим DLL от Kernel. Потому что с Kernel лучше всего работает. Нет никаких проблем. Но, к сожалению, Kernel используется с ключ-системой. А сейчас вам прикреплю видео, быстренько посмотрите, как получать ключ. В принципе, там сложного ничего нету. Так, ну, я думаю, в принципе, вы поняли, как получать. Значит, после того, как вы получили скрипт, далее вставили его, там нажали Enter, у вас произойдет инжект. То есть, когда в следующий раз вы перезайдете, нажмете Inject, у вас уже ключ не попросит. То есть, нужно ключ получать только раз в день. Далее, мы заинжектились, потом нажимаем кнопочку Xcode и ждем, пока загрузится сам скрипт. Вот он появляется. В принципе, функций немного. Ну, тут такой режим, потому что особо много функций не сделаешь, но зато здесь самые основные функции, которые нужны. Значит, смотрите, есть VIP-арена. Туда я могу попасть только если куплю Game Pass, получается, с VIP-ареной. Но с помощью скрипта вы можете собрать все монеты, которые там находятся. Это самая первая функция, включаем ее. И, как видите, монеты у меня все собрались с этой VIP локации. Дальше. Автокоин Normal World. Давайте попробуем. Так, и как я вижу, функция, скорее всего, не работает. Ладно, пропустим ее тогда. Автоапгрейд Speed и автоапгрейд Rebirth. Давайте сейчас их проверим после последней функции. Эта функция называется TP to Get Height Speed to Fly Feature. Нажимаем ее и смотрим, что сейчас будет происходить. Как видите, меня тпхнуло на самую последнюю, не знаю даже, как это назвать. Ну, короче, меня тпхнуло в самый конец, который можно долететь. И тем самым мне начислились монеты. Ну, я думаю, вы поняли. Теперь проверяем автоапгрейд скорости и автоапгрейд реберста. Давайте проверяем скорость. Да, как видите, прокачивается, все работает. Так, и посмотрим, давайте, насколько далеко я прыгну без самого скрипта. Ну, примерно где-то до середины, даже чуть меньше я долетел, грубо говоря. Ну, такое себе, кстати, а монет, ну, в принципе, я довольно много потратил. Так что лучше использовать вот эту вот последнюю функцию. А, кстати, смотрите, это получается еще не самая дальняя точка, куда можно долететь. Да, есть еще дальше, кстати. Ну, скорее всего, скрипт, я думаю, допишут. Потому что, возможно, здесь вышли обновления какие-то. И теперь это конечная точка, которая была
Она теперь стала неконечной. Ну, вы поняли, короче. Да, там намного дальше улететь можно. Ну ладно. И давайте сейчас посмотрим, попробуем сделать реберст автоматически. Включаем эту функцию. Да, реберст сделался. И все, у меня все монеты забрали. И скорость мою тоже. Ну, с помощью скрипта мы опять очень быстро это все фармим. Ну, вот такой, в принципе, я для вас крутой скрипт нашел. Также напомню то, что ссылка на мой сайт будет в описании. Пользуйтесь им. Там сложного ничего нету. Полностью, грубо говоря, без рекламы. А это очень большой плюс. На этом заканчиваю. С вами, как всегда, был Эйзбан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и пока.